Здравствуйте, с вами VGaming. Ведя раскопки в Play Market, нашел игру Magic Revenge. Скачал, поиграл, и сегодня про нее чуть-чуть расскажу. Если вы настоящий ценитель автобатлеров и системы награды за бездействие, то эта игра определенно вам понравится. Целая куча героев, качественный геймплей, затянут вас надолго. Как и в любом другом автобатлере, вы не будете сами управлять своими персонажами. Однако помочь вы им все же сможете, ведь каждый герой обладает своим специальным навыком, и когда его энергия заполняется до максимума, вы можете его использовать. Вашими противниками будут не только искусственный интеллект, но и реальные игроки, с которыми будете сражаться на арене за право получить лидерство. Также очень важно правильно расставлять своих героев, ведь от этого зависит весь бой. Можно комбинировать различные типы героев, вступать в альянсы и побеждать демонов, чтобы собрать сильнейшую команду в мире. Чем же меня привлекла такая эта игра? Простой геймплей и невероятно приятная графика. В этой игре анимация каждой способности просто потрясная, при этом разнообразие впечатляет. Соберите команду из более чем 100 героев, у каждого из которых не только своя фракция, но и свои способности. Герой делится на несколько типов, среди которых танки, убийцы и, конечно же, поддержка. К тому же вы сможете усилить героев, повышая их уровень, экипируя различные предметы. Система ежедневных заданий не настолько времязатратна, да и вообще игра не требует много времени, что большинству и надо. И главный плюс для нас – в игре есть русский язык. Не знаю, сколько в нее поиграю, но пока на ней задержусь. Спасибо за внимание, всего доброго!